Губкинцы могут сделать прививку от гриппа прямо на работе. В будние дни выездная бригада медиков по заявкам организации предприятий проводит диспансеризацию работников, одновременно тестирует на ВИЧ-инфекцию и всем желающим делают прививки от гриппа. В первую очередь медики прививают специалистов дошкольного, общего и дополнительного образования, поскольку они входят в группу риска. Вакцинируемся каждый год, потому что работаем с детьми. Это такая ответственность. Тут без вариантов даже. И в первую очередь, это, я считаю, это гражданский долг каждого. Все время делаю. Никогда не отступала. Ну, потому что считаю, что это важно для здоровья. Медицина у нас идет вперед. И поэтому врачи знают, что делают. Мне никогда плохо от прививок не было. Поэтому сама себе самоотводов не даю. В этом сезоне отмечается рост количества желающих сделать прививку против гриппа. Вакцинировать планируют не менее 60% горожан. Это около 16 тысяч жителей. А у нас как бы должно быть вообще привиты практически все, потому что все равно, особенно коронавирусная, когда инфекция наслаивается, и вирус гриппа, это более тяжело все протекает. Также у нас поступила прививочка для беременных. Это отдельная вакцинация, она в отдельных шприцах, такая с тоненькой иголочкой. И она вот именно разрешена на во втором-третьем триместре. И у нас после осмотра обязательно гинеколога и терапевта только после этого вакцинируют. Подготовка к эпидемиологическому сезону проводится с соблюдением всех мер безопасности. Прививки делают по предварительной записи. По телефонам регистратуры 368-78, 368-79 или через электронный сервис можно выбрать удобное для себя время приема.